Каспийском море отработан очередной этап Азербайджана-турецких учебно-тренировочных занятий групп подводного нападения и обороны. Как сообщает Минобороны, в ходе этого этапа были успешно выполнены задачи по нейтрализации террористов и освобождению судна, захваченного террористической группировкой в азербайджанском секторе Каспийского моря. На очередном этапе учений с привлечением вертолетов и катеров спецназовцы двух стран четко и эффективно выполнили поставленные задачи, продемонстрировав высокий профессионализм, отмечает ведомство. Подпишитесь на наш канал GudraNews и будьте в курсе всех событий.